В Великом Новгороде напротив зала воинской славы устанавливают современный остановочный комплекс с дополнительными электронными функциями. Он появился в нашем городе по инициативе организаторов форума «Среда для жизни». Умная остановка оснащена комплексом ГЛОНАСС, который позволяет отслеживать автобусы и информировать пассажиров о времени их прибытия. Кроме того, здесь предусмотрены специальные разъемы для зарядки телефонов и гаджетов. В остановке будет работать на постоянной основе Wi-Fi, то есть можно выходить будет в интернет. А также стоит терминал для пополнения телефонов, интернета, а также пополнения транспортных карт. В темное время суток все будет освещено диодным освещением, все будет видно, информативно. Предполагается установка видеокамер для защиты от вандалов. От дождя и ветра пассажиров защитят широкий навес и прозрачные, но прочные стены. Этот объект городской инфраструктуры доставили к нам из Севастополя. Поэтому пока на экране установленного монитора горожане понаблюдают кадры приморской жизни. Часть оборудования носит демонстрационный характер и по окончании форума будет демонтирована. Но сама остановка с ГЛОНАССом и интернетом останется новгородцам в подарок.